Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я поделюсь с вами тем, как делала миниатюрный фотоальбом. Сначала я распечатала на лазерном принтере будущие фотографии, а затем заварила концентрированную чайную заварку и покрыла весь лист. Ссылку на документ с фотографиями нужного размера вы найдете в описании к видео. Затем я взяла кусочек бязи и покрыла его акриловой краской. Эта ткань мне впоследствии понадобится для декорирования обложки. Приступила к изготовлению книжного блока. Перевернула лист, окрашенный заваркой, и воспользовалась свободным полем, на котором не было распечатано картинок. Сначала отмерила полосу шириной 2 см и отметила ее границу шилом. Затем по всей длине расчертила будущие страницы шириной 1,5 см. Отрезала и легко сложила гармошкой по намеченным шилом линиям. Получился вот такой книжный блок из 8 листов. Можно было оставить и так, но я решила проклеить листы клеящим карандашом. Затем я промазала книжный блок клеем и приклеила тоненькую полосочку бязи, которая будет исполнять роль каптала. Подклеила концы бязи внутрь. Сделала это так, чтобы сгиб немного торчал из-за границ книжного блока. Покрыла картинки тремя слоями акрилового лака. После этого они стали слегка блестящими и похожими на фотографии. Осталось слегка срезать уголки и вклеить в альбом. А также кое-где сделать подписи и двигаться дальше. Приступила к изготовлению обложки. Перевернула ткань и начертила горизонтальную и вертикальную линии. После чего приклеила прямоугольник из тонкого картона размером 2,2 на 1,6 см. Взяла следующий прямоугольник размером 0,4 на 1,6 см и приклеила его, отступив примерно 1 мм. Затем приклеила второй большой прямоугольник. После чего вырезала, оставив около 4 мм на подгиб. Подрезала уголки. И приклеила. Продавила будущие сгибы вязальной спицей.
Вклеила книжный блок в обложку. Прошлась по сгибам ногтем. Взяла белую акриловую краску и легкими касательными движениями, практически сухой кистью, составила альбом. Приклеила на обложку овальную фотографию. Золотой краской обвела контур. Той же краской подкрасила уголки. Такой старинный фотоальбомчик у меня получился. По той же самой технологии можно делать не только фотоальбомы, но и книги. Желаю всем творческих успехов и до новых встреч!